На время торжеств автомобилистам по возможности лучше воздержаться от поездок. В День Победы с 9 утра до часу дня водителям придется объезжать проспект Ленина. Он будет перекрыт от Студенной горы до Чапаева. Также с утра и до позднего вечера будет закрыто движение по Большому проезду между областным судом и Буревестником. Не исключено, что закроют и Чайковского от проспекта Ленина до Новой Имской. В Октябрьском районе с 10:45 и до полудня на время шествия ветеранов к мемориалу на Князь-Владимирском кладбище нельзя будет проехать по Миру от Устья-на-Лабе до Большой Нижегородской. Поменяют маршруты и городской транспорт. Во время торжеств не будет ходить второй троллейбус. Для 1, 5 и 7 маршрутов остановка «Золотые ворота» станет конечной. Так же, как и для автобусов, идущих в центр из Доброго. С юго-запада общественный транспорт будет ходить с разрывом до улицы Чапаева. С Горького на площадь Победы можно будет попасть, доехав до Рябинки на 8, 11, 14, 18, 23 и 24 автобусах, также и в обратном направлении. Подробный список маршрутов можно посмотреть на официальном сайте мэрии владимирcity.ru.